Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем новый Хелион после обновы. Для начала хотел слетать покопать, но эта процедура долгая, банок у нас нифига нету, поэтому возьмем-ка квест. Возьмем квест и прошвырнемся по обломкам. Наберем хлама, где сможем. Так. Ранец заправлен, баночка у нас есть. И там еще есть баночки. Сварщик с собой берем. Может, какой блок притащим, может, еще что. Будет у нас такой рейд по обломкам. Кстати, в тот раз не понимал, почему не отображалась масса с прицепленной станцией. А все потому, что на экстренном варпе, так сказать, на нулевой скорости в режиме Е, корабль не может таскать прицепленные блоки. Включаем. Так, варп-ячейка у нас новенькая. Детонатор первого тира есть. Без этого детонатора корабль блоки таскать не может. Батарейка, посмотрим, багуется или нет. Так, ранец запасной сюда. Баночку, ну пусть с собой будет аптечка, не знаю. Выложим. Так, варп-ячейку пока выложить. Батарейку тоже. Что у нас еще есть? Еще батарея. Все пока сюда вот уберем. Ядро пусть тут пылится. Оно в каком состоянии? В хреновом очень, но понадобится. Ладно. Двинули. Сначала по квесту. Там, наверное, все-таки копнем немножко. Двинем сразу на астероид. Вот в этом режиме он таскать блоки не может. Только в этом. Двинули на астероид. Там, наверное, все-таки копнем немножко. Но у нас всего две банки. Дальше прошвырнемся по обломкам. Пособираем лут. Долго летать не получится. Кислорода у нас не вагон с собой.
Хотя по дороге найдем что-нибудь. Ну, хоть новое отображение варп-прыжка не так режет глаза, как прежнее. Минута до прибытия. И посмотрим опять на глюковость квестов. В тот раз, как уже говорил, у кого-то сразу активировалось на астероиде, а кому-то необходимо было все облететь. Сначала обломки, потом астероид. Вот и посмотрим. Два, один, прибыли. Метров. Уравнять скорость, остановить вращение. Батарейка вроде опять забаговалась. Хватаем банку бур. Он вроде в комплекте, да? Да, должно хватить. Сварщик нам пока без надобности. А с другой стороны. Ладно. С другой, так с другой. И вот эти еще движения звездной пыли, так сказать. Немножко тоже изменилось. Теперь из-за него не совсем понимаю, в какую сторону лечу. А, переключился. Нормально. Вот если бы не переключилась эта метка, пришлось бы облетать все обломки. Burned after 6 minutes. I'm just horrible at this. I should have taken that engineering course. Okay, let me see if I can fix this. Pride coupling. And a blown amplifier. Well, okay, it's not that bad. But I think I'll have to make another salvage run through Bethir's scrapyard. Note to self. Find spare rope cells before you end up stranded again. You got lucky last time. Копнем немножко. Льда и феррита. На все две банки. И двинем дальше. Сто 9. Не добрал немного.
А это что? А это что такое? А, это... Это феррит. Мне показалось, что... Там другой элемент. Сто сорок, 150, банка полная. Где ты видел феррит? Раскушал. Не крупное месторождение, назад, 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 назад. Попало все-таки немного. Да, мелкие. Ну ничего, баночку набьем. Мелкие, мелковатые. Теперь пробежимся по обломкам. Стоп, стоп, стоп. 8-7 метров в секунду. Набор на полочку. Так, батарейку из него сразу выдернуть. И вот эту поставить. Двинули дальше. Куда мы можем? Это что? А, они это отражаются. Теперь, значит, можем на них слетать. Это синий, то есть ближайший скан отражается. Но мы слетаем на Кносос, если пролетим. Пролетим.
Погнали. Почистим станцию от лута. Заодно посмотрим ближайшие обломки. Такая, что за глюк? Такого еще не видал. Планета отражается по центру. Надеюсь, атмосферу не заденем. Если что, головой крутить сальто. А вот и станция. Обломков не наблюдается. Подходим со стороны грузового модуля. Так, не с той стороны. Или с той. Стой, все правильно. Пошли, посмотрим. Еще можно вперед подать. Батарейка опять забаговалась. Так. Не сохранился, конечно. Надо бы сохраниться. Что тут у вас есть? Так, залезем через этот коридорчик. Наверху там что-то есть? Есть. Это сверху будем потом убирать. Сначала нужно дверь открыть. Баночки хватаем. Ящик, открывайся. Наверху ничего нет. Полу. Потом посмотрим, что где валяется. Так, откроем дверь.
немножко отвлекают. Продолжаем. Так, куда я шел-то? Так, это у нас фабрикатор. Что тут есть? О, ядро. В общем, хорошее. Потрошки, варп-ячейка, все забираем. На первых порах пригодится все. Ранец, аптечка. Потрошки, банки. Ранец. Все берем. Так. Что тут у вас еще есть? Так, это осмотр шкафов. И через инвентарь. Ничего с этим не сделали, так и осталось. Пистолет. И потрошки. Что есть в станции? Кроме закиси азота, ни хренища там нет, да? Да. Так, вот. Ядро есть. Ну, пусть пока стоит. Что в шкафу есть? Потрошки. Так, вот грузовой модуль. Так, какой стороной мы... Похоже, отсюда. Да. Смотрим, что тут нам еще. Ядрышки целенькие. Забираем. Целые пригодятся. Так, на полочках. О, сервомотор. Ценная вещь. Наверх лазить я даже не знаю. Надо, не надо. По углам, что у вас тут есть? Так, лифта так и нет. Раньше был лифт. Вся платформа съезжала вниз. Тут ничего нет. Ничего нет. Так, не понял. Сервомотор я же брал. Сервомотор забрал, он отображается. Еще один баг. Так, ладно, пошли разгружаться. Можно подать чуть вперед и вниз. Так, это все на полке. Пока что. Не берется. Багуется сервомотор. Багуется. Варп-ячейка пусть пока полупустая тут полежит. Сервомотор багуется. Весело. Так, ранец туда. Пистолет, потрошки. В ящик.
Тут они нам без надобности. Аптечки и банку. Банка это наша. Да, в ящик, аптечки в ящик. Эти банки. У-у-у, кончилось. Быстро что-то кислород-то уходит. Пустые банки пусть тут полежат. Батарейка забаговалась. Так. Осматриваем дальше. Что-то еще есть? О, много чего есть. Аптечка, потрошки. Баночка. Закись азота. Нам бы кислорода, конечно. Много банок-то набирать и не надо. А для маленьких предметов. Так, что еще есть по полкам? Что-то есть еще. Еще пистолет. Фиг бы на него. Хотя действительно фиг бы на него. Так, выложим это. Так, второй пистолет сюда. Заряженный. Так, а это уже на разборку пойдет. Что еще есть? Сервомотор, забаговавшийся. В руки берется. Оттуда, кстати, в руки берется. Хм. Так, больше ничего нет. Больше ничего нет. Вперед. Стоять! Выровняйся. Так, рванули дальше. Кислород-то не вагон. Ядро пока не надо. Так, куда нам дальше? Сюда пройдемся. А, было же тут. Вычистил все. В другую сторону. К реактору. Стоять. Ага, а вот и запчасть. Так, стоп, это что у нас? Солнечный модуль. Так, как насчет катализаторов? Они тут есть? Ядро есть? Что у вас есть здесь? Ни хренища нет. Ладно. Запчастей в модуле не видно. Так, а вот обломок, из которого мы выдернем первую квестовую часть. Что-то по ящикам. Да вроде пусто. Коридорчики. Банок нету. Банок нету. По ящикам. Пусто. Ладно, пошли крышу убирать. Отберем крышу и двинем дальше. Что у вас тут на крыше есть? Тут ничего нет. Тут что-то есть.
На этом обломке тоже что-то есть. По первой они нам очень нужны. Так, солярки. Запчастей нет. Запчастей нет. С другой стороны. Запчастей нет. Ладно. Эту крышу. Кислород уходит с бешеной скоростью. Ну, вроде бы и все. Двинули дальше. Обшивки. Раскидать аптечку. Полный комплект. Сервомотор заглючил. Сохранимся. Так. Отходим. Куда двинем дальше? Стоп, 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 отходим. Не так быстро. Радар. Кнос. Терминал. Резидентал. Поблизости больше ни хренища нету. А мы посмотрим. Был. Инженерный блок и реактор. Там солнечной системы. Энергоблок. Индустриал. Так, тут поблизости что-нибудь есть? По орбите. Фуфабрикатор. И рефайнери. Туда и можно. Туда и рванем. Опять какие-то глюки с варпом. Так, что у нас есть с собой? Кислорода у нас ни хренища нету. Эй, я хотел банку положить.
Так, что тут у нас есть? Фабрикатор. Это не просто фабрикатор. Солнце нифига не вижу. Хотя бы так. То есть это можно утащить наверняка. Что-нибудь из этого. Скорость выровнена. Пошли смотреть. Да, да, батарейка все так же багуется. Вот баг с сервомотором, это что-то новое. Так, что за блок? На этом вряд ли что-нибудь есть. Так, Т-образный коридор вижу. Так, что еще тут есть у них? Так, фабрикатор, Т-образный коридор, С-образный вернее. И обломок. Сверху тут что есть у вас? Запчасти сверху тоже есть. Но этот коридорчик нам не нужен. Оперативно оборвали. Больше тут, похоже, ничего нет. Так, не понял. Не лезет? Как-то не лезет. А вот нужные нам блоки, но он пустой, как видим. То есть они есть, но не везде они целые. Эти блоки пустые. То есть именно не такие бочонки, а вот с лампочками. Так, теперь посмотрим. Оттуда зайдем в этот коридорчик. Может, тут что на полу валяется. Что тут у вас есть? Что-то меня так дернуло, как будто она вращаться начала. Это фигня. Как будто залезаешь во вращающуюся станцию. Так. Тут что у вас есть? Ни хренища нет. По ящикам в подсобке. Не вагон. Так, это тоже можем отцепить, в принципе. Но этот коридорчик нам нафиг не уперся. Что тут лежит? Ничего не лежит. Ядро. Нафиг. Не ядрами едиными. Посмотрим. Бур. Запасной пригодится. Огнетушитель. Так, Протеус. Тушка. Так, но сначала осмотрим остальное. Тушку Протеус заберем. Еще бур. С батарейкой. Батарейка пригодится, а сам бур нафиг. А тут он.
без коронки. Пистолетов нет. Больше ничего тут нет. Тут пусто. Так, ну осталась тушка Протеуса. Хватаем. Пожалуй, все. Ну, в нем окошко есть, оказывается, там, в этом коридорчике. Вылетаем через крышу. Сможем? Сможем. Корабль с другой стороны. Все, больше нам тут делать нечего. Квестовая запчасть не на этом обломке. То есть похожий обломок должен быть. Только чуть побольше размером. И немножко другой конфигурации. Так. Что у нас тут? Покрытие набрали. Тонну. Пока все это на полочке лезет, раскидаем. Огнетушитель пусть там постоит. Бур. Тоже с баночкой, в ней что-то есть. Так, ну и все, глючный сервомотор остался. Двинули дальше. 5 километров. Индустриальный блок Е. Посмотрим. Так. Что это было? Подвисло. И не сохранился. Все висит. Ладно, на этом пока тогда закончим. Продолжим попозже. Всего хорошего, всем пока.